Всем привет-привет! Привет, ангелочек! Привет, ребята! Давайте мы с вами эту коробочку рассмотрим. Да. Это ведь не просто коробка. Там шоколадные яйца. Да. Сюрпризом. Это коробка. Киндеры, внутри которых маленькие игрушечки. Да. Из мультфильма «История игрушек». Да, я люблю. Историю игрушек любишь? Да, я. Тогда давай скорее возьмем яичко и быстренько его раскроем. Кто будет снимать золотинку? Я. Снимай золотинку, а яичко открыть дашь мне. Потряси его. Там внутри что-то есть? Да. Покажи его. Посмотрите, написано «Той история». Это значит «История игрушек». Да. И тут нарисован Вуди. Вуди. А кто же внутри? Открывай. Открывай скорее, и мы узнаем, что за игрушка из нашего мультфильма будет внутри. А вдруг там сам Вуди? Да, тут сам Вуди. Яичко, яичко. Посмотрим, что внутри. Так, не открывается. Ух ты! Тут шоколадчик, кусочек. Возьми. Внутри капсула. Капсула белая. Еще сам кусочек. Молодец. А внутри белой капсулы игрушка. А внутри игрушка злой доктор Эскалоп. Да. Ты помнишь, как мальчик играл этой игрушкой, изображая из него злодея? Он золотой. Он золотой. Он необычный доктор Эскалоп. «Ха-ха-ха!» – говорил доктор Эскалоп, захватывая игрушечный мир. Да. Поставим его на стол. Да. Пусть он ждет своих друзей. Да. На самом деле он не такой уж и плохой. Ой, упал. Он не упадет. Да. Ангелочек, вот тебе следующая игрушечка внутри нашего яичка. Открывай, открывай. Тут что-то еще. Бассветик. Да, бассетик. Открываем яичко. Так. 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 Хочешь шоколадку? Кто-то у нас есть внутри. Да. Что, ты зеленая? Да это же динозавр. Да, серьезно. Только отдельно хвост и отдельно динозавр. Его не хватает вот так. Хвост у меня в руках. Так, присоединим ему хвост. И теперь он может полноценно бегать, где ему вздумается. Да. У нас теперь уже команда из двух друзей. Из доктора Эскалопа и динозавра. Ангела, очередное яичко ждет своего открывания. Бери и посмотрим, что нарисовано сверху. Бассветик. Да, бассветик. А внутри маленький секретик. Да. О, здорово. Ты была права. Это шоколад. Да, это шоколад. А внутри которого какая-то маленькая капсула с маленькой тайной. Кусочек шоколада. А внутри игрушечка. Что там за игрушечка? Солдат. Солдат. Солдатик. Так его зовут солдат-то. О, это не просто солдат. Это тот самый бассветик. Бассетик. Еще называли его баслайтер. Он золотой. Он золотой. Это, наверное, золотая коллекция. Да, коллекция. Следующий. Он может летать. Летать? Да. Как? Как он может летать? Вот так. Ух ты! Здорово! Он в точности так и летает. А еще у него есть испанский режим. Да, вот он. Да, кнопочка сзади. Поехали дальше. Да. Вот. Быстренько снимай оберточку. Я. Ты. Потряси. Точно что-то есть? Да. Яйцо не пустое. Да. Ты видишь шоколад? Да. Иди. Все видят тут шоколад. Вуди. Тут нарисован Вуди. Да. А тут?
Что-то есть. Я сделал шоколадку. Так. Ну-ка. Розовый пятачок. Еще. Еще один доктор Эскалоп, только розовый. Да. Это обычный доктор Эскалоп, а тот из золотой серии. Да. Возьми его, пожалуйста, да. И поставь. Как необычно, два доктора Эскалопа разного цвета. Я поставила. Молодец. А может быть, мы еще доктора Эскалопа найдем? Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Отличная. Тут Вуди села. Вуди, вижу. Я ищу шоколад. И я вижу шоколад. Да. И яйцо точно не пустое. Шоколад. Внутри, наверное. Серьезно? Ну, эскалоп. А кто же внутри у нас? У нас внутри единорог. Я вспомнил, это единорог, который жил у девочки, которая подобрала Вуди на улице. Вспомнила? Отлично. Посмотри, как он раскрашен. Носик у него розовые дырочки, глазки голубые, а рог и шерстка желтые. И копыта желтые. Очень стильный парень. Рожок. Я предлагаю открыть еще одно яичко. На нем нарисован Вуди, а внутри может быть Вуди. Открываем и смотрим. Да-да-да, яйцо не пустое. Да. Что там? Я ищу шоколад. Вот это новость. Нам крупно везет. Шоколад. Шоколад, обертка. И какой-то секретик внутри. Так. Капсула. Капсула. Бери капсулу. Попробуем ее открыть. Внутри еще один динозавр. Его не хватает хвоста. И его хвост. Сегодня куча удивительных совпадений. У нас есть динозавр зеленый. Они упали. Да, мы сейчас подымем. И есть динозавр золотой. Давай их составим всех вместе. Этот динозавр будет стоять вот с зеленым динозавром. Розовая хрюшка эскалоп будет стоять с золотой хрюшкой. А посередине поставим басветика с единорогом. А теперь, ангелочек, мы с тобой будем играть, но скажем всем пока-пока. Всем пока! Ставьте лайки и отключись.